Жители микрорайона «Зеленые аллеи» встречают первый автобус нового маршрута 33К, на котором отныне легко добраться до станции Расторгуева. Тариф нерегулируемый, социальные льготы пока не действуют. Оплата происходит по картам «Стрелка» и «Банковской». Стоимость 50 рублей. Данный маршрут мы запустили в рамках поручения главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спасского и по многочисленным огромным просьбам жителей. Густонаселенность района очень большая, вот, поэтому приходится решать разные вопросы, как жителей доставить из дома на работу и с работы обратно домой. Начинается новый маршрут в Зеленых аллеях, доходит до станции Расторгуева со стороны разворотного троллейбусного круга, затем движется в 6-й микрорайон, а оттуда обратно в аллеи. Весь путь занимает порядка получаса. Я думаю, что станет легче добираться, да, потому что до этого было очень сложно. Мы пешком ходили, там и автобус не дождаться, то есть сейчас намного удобнее. Спасибо. Для перевозки пассажиров специально закуплено 5 новых комфортабельных автобусов среднего класса. Так как маршрут муниципальный, администрация округа вправе изменить схему его движения, если такой запрос поступит от жителей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.